Так, предлагаю самостоятельно убедиться, что летом 2014 года с территории Российской Федерации из-под города Гуково велся обстрел градами по территории Украины. Для этого понадобится всего лишь программа Google Pro бесплатная. У кого почему-то до сих пор нет, скачивайте. Это фотографии из космоса. На этих фотографиях мы найдем и место запуска этих реактивных снарядов по Украине, и место прилета этих снарядов на территорию Украины. То есть поднимем архивные снимки из космоса и все это найдем. Никаких специальных методик, школу закончили, будет достаточно. Есть в интернете, в ютубе, как минимум 6 видео, которые фиксируют залпы с территории Гукова, из-под Гукова. Ну, мы на веру слова оператора брать не будем, потом проверим привязку к местности, найдем, убедимся, откуда эти залпы. Поехали. Вот так вот весело в городе Гуково, ребята, Ячинград. Так, что здесь нам интересно? Здесь нам нужно интересно, как привязка к местности. Вот этот треножный столбик. Интересно, что дата опубликована 16 июля 2014 год. Описание, адрес этого видео я дам в описании. Если будете смотреть в какой-то копии, вот в адресной строке набирайте вручную адрес этой видеозаписи. Проверяйте сами в лучшем качестве, с лучшим звуком и без моей болтовни. Вообще предлагаю все действия мои повторять, дабы... На паузу ставьте, повторяйте, смотрите, что все это находится в интернете, находится так и есть, как я показываю, а не просто сделано мной в фотошопе или в каких-то там других программах. Просто повторяйте эти действия, убедитесь, что я прав, и Россия била градами по Украине. Так, треножный столбик этот нам понадобится для привязки к местности. Ну, парень уже сказал, что из Гуково. Потом мы убедимся, что это именно там. Вот второе видео. Что ж такая громкая? Так. Значит, смотрим. Вот в дневном свете тут снято. Треножный столб, который нам понадобится, гряда камней, дорога, нисходящая к озеру, к столбку. И вот еще складки местности характерные. Одна с кустиком и вторая складка местности с кустиком. Будем потом привязываться на фотографиях из космоса и на фотографиях местных жителей к этому месту. Характерный очень треножный столб, он нам понадобится. И основное видео, с которым будем работать. Тут все очень просто, методика определения. После того, как мы определимся, откуда снимал оператор, посмотрим, когда пускают ракеты, свет доходит до нас мгновенно, то есть ракеты мы видим моментально, а звук доходит до нас с запозданием, потому как скорость распространения звука 343 метра летом при температуре градусов 20. Посчитаем разницу между тем, как доходит изображение залпа, и звуком от выпущенной ракеты. Получим, умножим, получим расстояние от оператора до места пуска. Опять же, 16 июля 2014 год. Если ссылки в описании не найдете на копиях, вот у нас адрес этого видео. Копируйте вручную, делайте. Вот предыдущего видео адрес копируйте вручную. Или смотрите в описании ссылку на него, чтобы самостоятельно в этом всем убеждаться. Сейчас засечем, когда залп. Ковалевское это название става, название ставка этого. Вот он наш треугольный столбик, очень хорошо его здесь видно.
И видно, что следующий столбик касается правой ножки у основания. Это линия столбов, уходящая на запад. Потом я покажу, почему так. Так, сейчас начнется залп. Увидим здесь пуск ракет. Скорость света у нас, как я и говорю, мгновенная. Там 300 тысяч километров в секунду. За одну секунду свет 4 раза, ой, 7 раз с лишним вокруг Земли по экватору может обернуться. По экватору Земля 40 тысяч километров. То есть скорость звука 343 метра в секунду. Понятно, да? Теперь смотрим. Опа, пошли они. Видно, да, пошли ракетки. Вот они, там 4 штучки, то есть 2 машинки там как минимум стоит и пуляют. Заметили, 17 секунда. Теперь сейчас ждем, на какой секунде придет звук от этого залпа. Если вам на моей записи не будет слышно этого звука, то проверяйте, на перейдя на вот эту, по вот этому адресу, и замерите самостоятельно, когда залп, когда приходит звук от него. Оп. 6 секунд, да, 23 секунда, 23 и была 17, пошел звук. Скорость света 300 тысяч, скорость звука 343 метра, поэтому берем. Это я уже посчитал, сброс, да. 6 умножаем на 343 равно 2058 метров. Соответственно, это то расстояние, на котором находится батарея ГРАД от оператора. Сейчас мы найдем, с какого места стрелял оператор. Ой, стрелял оператор. Снимал оператор. Оператор, ну, шутинг по-английски. Стрелял так и есть. Так что не сильно промахнулся. Поехали. Возвращаемся к нашему треножному столбику. Опа. Вот он. То есть оператор стоит так, что к этому треножному столбику касается нога уходящего вдаль, уходящих на запад столбов. Сейчас мы посмотрим, как это выглядит на карте. Смотрим, что это именно Гуково, а не какое-то другое озеро. Находим характерные приметы. То есть я говорю, что оператор стоит где-то вот здесь. Треножный столбик, который попадает в кадр, это вот он. А столб, которого ножка касается, это вот он, следующий столб. Смотрим сейчас по более ранним фотографиям. Там в лучшем качестве есть. Тень хорошо падает на этот треножный столбик. Ну вот, хорошо его видно. Вот, прекрасно его видно. То есть вот у нас север, вот у нас треножный столб, линия столбов, уходящая на запад вдоль дороги, и линия столбов, уходящая на север вдоль дороги. Оператор стоит здесь. Оператор стоит здесь. Почему? На фоне заката происходят события. И кроме того, сейчас посмотрим, он повернет камеру.
Оп, вот этот кадр важен, потому как видно, что оператор стоит как раз на линии берега. Поехали смотреть. Треножный столбик. Этот столб касается третьей ноги, то есть где-то в этом районе оператор, и вот у нас линия берега. Соответственно, где у нас будет оператор? Возвращаемся в наше время, треножный столб. Он будет где-то вот в этом районе. Сейчас попробуем его приземлить и посмотреть, как это выглядит на уровне земли. Ну вот, попал абсолютно точно. Видно? Треножный столб и линия столбов, уходящая на запад. Первый столб касается правой ножки треножного столба у основания. Отлично. Просто отлично. Теперь посмотрим еще характерные приметы, дабы определиться, что это именно ковалевский стал. Вот у нас треножный столб. Вот у нас гряда камней. Вот у нас дорога, нисходящая к озеру. Вот у нас характерные складки местности. Кустик маленький на первый, кустик большой на второй. При дневном освещении видно это великолепно. Смотрим. Вот у нас треножный столб, вот у нас гряда камней. Нисходящая дорога к озеру. И на двух складках местности два куста. Определились, да, что это ковалевский стал возле города Гуково. Закрываем просмотр улиц. Что нам остается? Нам остается вычислить направление стрельбы. Вернее, направление, в котором стоит батарея градов. Откуда бьют грады. То есть, вот линия столбов. Сейчас мы меточку для оператора сделаем. Вот линия столбов. Вот линия берега, значит, вот здесь у нас оператор. Вот здесь. Вот у нас. По вот этой линии два столба наши. Вот треножный, вот тот, который идет за ним. Очистить. Так. Местоположение оператора у нас есть. Теперь смотрим, где у нас стоит град, бьет относительно оператора. Поехали сначала. Смотрим от треножного столба. Первый столб, уходящий на север. Первый, второй, третий под ярким облаком на закате. Третий, четвертый, пятый. На уровне шестого как раз относительно. Вот это у нас третий, четвертый, пятый, шестой. Ну как раз шестой столб у нас теряется на фоне залпа. И дальше идет уже седьмой. А вот, кстати, видно отражение этого столба в воде. То есть это у нас шестой столб. Поехали. Поехали искать шестой столб на фотографии с космоса. Треножный столб. Первый столб, уходящий на север. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Как раз вот машинка едет, очень удобно. Ставим сюда меточку шестой столб.
Шестой столб. Соответственно, сколько там у нас получилось по калькулятору? 2058 метров от оператора до места, где откуда стреляет батарея града. Направление мы уже нашли. Что, берем линию, делаем линию. Делаем ее не в километрах, а в метрах. 2058, 2075, 56, 50, 59. Ну, пускай будет 59. Вот так, да, через столб. Все правильно. Оператор, шестой столб. И вот в этом районе у нас стоят грады. Посмотрим. И меточку сделаем еще. Верхняя Ковалевка, еще раз, это город Глухово. Вот он, город Глухово. То есть действие происходит на окраине города Глухово. Так много видеозаписей, потому что, в отличие от других мест, этот город довольно населенный. У многих оказались мобильные телефоны. Разные люди снимали с разных ракурсов, с балконов. Там. В разное время суток. Сюда мы ставим меточку, что это у нас... Местоположение градов. Залп из Глухово. Все. И теперь у нас осталось что? Осталось только посмотреть, как это место выглядело на фотографиях летом 2014 года. Это у нас один, а тут нумерация идет так. Сначала идет месяц, а не число, как у нас. Потом день и потом дата. У англичан, американцев так почему-то. Уж не знаю почему. Значит, смотрим. У нас 11 мая 2018, 17. Ну, в общем, я перескакиваю сразу вот так на... 14-й, где он там у нас. Так, вот у нас 21 ноября 2014 года. Снимок из космоса. Что у нас на этом месте? Ничего у нас на этом месте. Местоположение смотрим дальше, отматываем назад. 17 сентября 2014 года. 9 месяц, 17 число, 2014 год. И что мы тут видим? И мы тут видим наши следы от нашей батареи града. Вот у нас следы, вырванный грунт. От припуски града реактивная струя снарядов, если на рыхлом грунте особенно, вырывает такие количества пыли, грунта. На рыхлом грунте там до полуметра яма бывает. Ну. Так что вот это у нас не просто так, ошиблись мы на 40 метров. Но в данном случае это ерунда. Раз, два, три, четыре машинка. Четыре машинки. Раз, два, три, четыре. Еще четыре машинки. Ну, четыре залпа, может, они не одновременно приезжали. Посмотрим предыдущие. Вот у нас 31 августа. Двадцать седьмое августа. Видно, да, что тут даже видно, как машина заезжала, колея вот от нее. Вот она приехала, остановилась, развернулась, залп дала, уехала. Тут то же самое, то же самое, то же самое. Направление стрельбы. Сейчас определим, куда она стреляла, куда она прилетала. Найдем. Вычислим все запросто.
Куда оно прилетело, еще посмотрим. Ну а здесь что? 27 апреля 13 чисто поле. Первое. Ну, тут вообще ничего не видно. 21.11. Ну где самые лучшие снимки? Самые яркие. Пускай будет 27, наверное, лучше всего, да, видно. Так, ну теперь берем, града у нас стреляют на 20 километров. Берем направление, проводим линию и находим, куда это все прилетело. Легко и просто. По ком стреляли в тот день, в то лето наши российские братья, в кавычках. Конечно же, в кавычках. С огромной долей сарказма. Сейчас посмотрим, как далеко это от границы. Сейчас я так просто пристрелочные сделаю, а потом буду поправлять направление. То есть я сейчас отмеряю 20 километров. 19-20. Ну вот сюда где-то, да? Направление. То есть делайте все самостоятельно, проверяйте. Это можно сделать все самим очень просто. Чуть-чуть надо левее, да? Чтобы направление попало. Это вот так, наверное. Понятно, да, чем я занимаюсь. То есть я смотрю по направлению выброшенного грунта, можем определить, в каком направлении стреляли снаряды. Ну вот так, да. Стреляли грады, летели грады. А раз они куда-то летели, где-то они и приземлялись. Если они на скальную породу лягали, которой нет в этом районе, то мы вполне себе можем найти места прилетов. Поехали. Начинаем. С 20 километров и поехали к источнику выстрелов. На рыхлой земле мы должны найти воронки. И мы их нашли. Вот они, наши вороночки. Видно? Ну, чуть-чуть, я на 20 километров чуть-чуть промахнулся, то есть с направлением имеется в виду. Метод довольно эффективный, я вам скажу, ребята, то есть пользуйтесь, ищите. Вот у нас воронки. Почему это воронки, а не что иное? Потому что есть совершенно чудесная метода определение прилета снаряд направления стрельбы по форме воронок. Кратер анализис процедурс. То есть вот у нас прилетел снаряд, вот у нас направление к пушке, вот у нас выброс грунта. Совершенно военный метод, пользуйтесь. Тем методом, который считаешь вспышку и скорость звука, скорость света, метод тоже вполне себе военный. При отсутствии в боевых действиях более толковых инструментов пользуются им для определения места выстрела, от расстояния до места выстрела, места прилета очень даже активно. Итог, гвоздь. Вот у нас куда прилетело из Гукова. Надо сейчас так как бы что-то какие-то мутные. Сейчас посмотрим раньше. Первое, седьмое. О, это чистое поле. Ничего нету. А, это по вот этим ребятам, наверное, стреляли. Для вот этим. То есть 1 июля ничего нету, а 8 августа, 8, 8, 14, уже выше крыши.
Вот он, четко вот этот глазок, видно, что это 100% с той машины и стрелял. А вот выброс грунта. Да, ну что у нас тут еще может нас заинтересовать? Вот тоже прилетал отсюда вот этот вот конкретный снаряд. Видно, да, что он перпендикулярно направлению. А заинтересовать нас может то, что меточку поставим. Прилеты из Гуково. А интересно то, что у нас есть воронки, которые, очевидно, совершенно развернуты с другой стороны прилетели. Да? Видно, что выброс грунта вот сюда идет. И мы опять же можем использовать ту же методу, но в обратной последовательности и найти сейчас, откуда стреляли в этом случае. Так, этот круг мы сохраним как стрельба из Гукова. А что, мы сохранили что-то или ничего не сохранили? А, мы круг сохранили. Надо направление было. Ну хорошо, ладно. Сейчас. Поправим путь. Сюда. Сейчас поставим на ту нашу метку и проверим, совпадает ли оно с направлением или нет. Линия была, не путь. Ой, двоечник. Очищаем путь, сейчас попробуем. Занудить вас уже до полного белого коленя. Так, вот у нас. Что ж ты будешь делать? Линия. Раз. Ну вот это вот явно оттуда летело. Видно, да? Разброс грунта, перпендикуляр как раз получается. Сейчас посмотрим направление, как по воронке направление. Ну, вот как раз направление вылета строй реактивного снаряда. Так, да что тебя будешь ты делать? Косим и косим. Ну ладно, терпите, потом сами посмотрите, если что. Сейчас мы посмотрим, откуда прилетели те вороночки, те снарядики. Прилеты из Гукова. Хорошо. То есть ничего хорошего, конечно. Но берем теперь следующий. Обратную методу. Вот у нас есть воронки. Где у нас тут поярче они? Чтобы четко было. Вот это, пожалуй, да?
Отмеряем 20 километров в направлении. И потом будем искать, откуда это все пулялось. 15, 16, 19, где-то вот так, да? Мы смотрим с направлением, не сбились. Перпендикуляр. Надо чуть-чуть вверх поднять, да? Вот так. Ну да, вот это оно. И видно, что вот, вот тоже оттуда же прилетали. Такие хорошие яркие следы. Ну поехали смотреть с 20-километрового расстояния, где у нас там что есть. Есть ли у нас где-то следы от залпа? Следы от залпа мы видели у Гукова, да, как они выглядят, такие эллипсы, черные пятна. Если стреляли не с этой дороги, не с асфальта, не со скальной породы, а с какой-нибудь земельки, очень даже можно запросто и обнаружить. Ну, запросто, не запросто, но вполне реально бывает, что находишь. Вот и нашли, да? Вот и нашли. Раз машинка, два машинка, три машинка. И все в разных направлениях. Ну, то есть это 100% не одновременно они стреляли. Потому как они друг друга пожгли. Это вполне вероятно одна и та же машинка, которая... сюда била. Ну, сейчас проведем, посмотрим. Где там эти наши яркие, бля? Вот они. Ну что, ну идеально совпадает. Идеально и перпендикулярно. Вот куда била эта машинка. Ну тут ребята молодцы. Тут они, ты видишь, они за границу все-таки пересекли, переехали. Формально они с территории Украины стреляли. Назад посмотрим. 25 июля уже не стреляли. Это не видно, какие-то ночные съемки, не понятно что. 1 июля ничего нет, никаких дорожек, никаких ничего. О, вон она что добавилась, да? Да. Ничего нет. А теперь накопали. Да, вот они, блиндажики. Укрытие. Ну вот сюда они выезжали через границу, отсюда пуляли. Так, это мы сейчас сохраним. Сохраним залп с границы. А что у нас вот это такое? То есть это что же тоже куда-то полетело? И мы сейчас найдем, куда это прилетело.
Я надеюсь. Вот такое направление, да? Так, 17 километров. 24 тоже перебор. Вот так вот. Чуть-чуть ниже надо, да, опустить верхний край. Понятно, что это методом тыка, но в принципе на таких расстояниях. Вполне можно найти себе площади, покрытые градом, залпами градов. То есть место старта-то еще не всегда можно найти там из каких-нибудь кустов, если они пуляют. А вот место прилета. Если это не на скалы все лягло, или не в жилые дома. Поехали искать. Поехали искать. Делайте все самостоятельно, в общем-то. Убедитесь, что опа-па. Что вот они, наши прилетики. Видно, да, что как раз перпендикулярно. Вот куда била та машинка. И не единожды. А вот с другого направления били. Наташа, Анатолина, Фельгенгауэр. Чудненько. Так. Да, вот другие направления стрельбы есть. Ну, сейчас определимся. Сейчас определимся, здесь меточку поставим. Прилет из границы 2. А что-то я не туда ее влепил. Ну бог с ним. Меточка вот сюда. Прилет из границы 2. Метода понятна, да? То есть можете, в принципе, можно было и с самого начала выключить. Ну вот просто сейчас можно брать вот эти вот. Видно, насколько разные направления, да, у этого глазка и у этих глазков. То есть можно вот просто сейчас брать, ставить перпендикуляр и шпарить в том направлении. Ну, в общем, развлекайтесь. Я думаю, вполне очевидно, что летом 2014 года с территории Российской Федерации били грады не единожды с разных позиций по территории Украины. На этом все.